Итак, всем хорошего дня, товарищи. Что ж, с вами Хорячий Батя Грегор, Хорячая Семья. И думаю, мы готовы приступить к прохождению Atomic Heart. Майор Микки хоть сейчас и отдыхает, но... Он отдыхает дома. А майор Нечаев, который тоже майор Микки, сейчас будет разваливать супостатов. Я скажу больше. А, да, ежиху мы победили, все красиво, круто. Знаете, я вот просто... Один момент. А, нам нужно попасть на ВДНХ, и чтобы туда попасть, нужно пройти вот сюда, вот, дальше, да? А, я просто не знаю, насколько, как бы, вот это все критично. Это все отдаление, да, максимум? В общем, просто меня терзают смутные сомнения. А смогу ли я, допустим, ну... Так сказать, пройти эти полигоны, если я уйду от нее. Просто, как бы, я не очень хочу пропустить что-то. Прям совсем не хочу ничего пропустить, по факту. Мне говорят туда. Но если там локация, которая пойдет мне куда-то дальше, то я хотел бы сперва полутаться. Поэтому, сегодня мы, скорее всего, пойдем на вот эти два полигона. Фабрика 02. А, это большая роботизированная фабрика, ну да, согласен. А, поэтому, я думаю, пройдем полигон 6 и пройдем полигон 9. А, там уже как пойдет оно. Может быть, закончим, а может быть и дальше продолжим. Но в любом случае, пока что мы дерзаем на полигоны. Так что, полигоны, ждите нас. Проверяем патроны. Немного есть, немного есть. Кто-то где-то... А, ага, понимаю. Хроники предсказывают неделю атомного сердца. Количество противников увеличено вдвое. А какие противники? Я ж ничего никому не сделал толком. Не, впрочем, как скажешь, конечно. Так, а полигон он там находится, наверное, да? Пока! Только я не знаю, кто там нагнался, но, впрочем... Эй, херсон. А, о-о! А, опять стенокосные пацаны этот, с гранатами. А тут монорельс катается, а мой упал. А, ну это моя линия упала, другая это целая. Так, ладно. Модная музыка пока это тарабанит мне по ушам. Так, а вот эта камера... Да, туда... Еще? А не дохрена ли ты на меня это... Возлагаешь, друг... берегу. Слушай, я же просто как бы я никому ничего не делал. Почему ты отправляешь на меня еще комрадов? Ага. Ловите. Это ваше. Не-не-не, ребят, я не собирался с вами драться. Я не то чтобы против, но я не собирался. Гаваны как это, как спортсмены такие. Слушай, штука, иди к чертовой матери. А это не тот Вова. Это охреневший Вова. Так, хорошо, я понял вас, ребята. Я вас понял. Нет, Вова. Поножовщина. Не сегодня, простите. Хотя нет, сегодня тоже будет, конечно, поножовщина, но... Все? Просто я даже не собирался с вами драться, я всего-то хотел пройти туда. Вот туда. А вы взяли и на меня накинули этой толпой. А, блин, я же мог попробовать его... Тихо, опробовать. Ага, пробовал, блин. Ну давай. Так, а... Ай, твою мать, Вова. Я еще не опробовал. Что-то мне кажется, какая-то херня получается. Ага, я понял тебя.
этой штуки очень... А почему? А что я вам сделал? Отдых. Все. А. Я пришел отдыхать. Все? Успокоились? Это просто не похоже. А, не успокоились. А ну-ка, мах. А, ну, ладно, пусть будет калаш. Вова. Какой нежный Вова попался нам. Ай-яй. Остановитесь. Да твою мать. Я просто хотел. Кто убил буренку? А как ты? Блин, а ты... Сколько можно? Пошли вы в жопу. Слушайте, ребят, вы уже охренели совсем. А ты где? А. А, Господи Иисусе. Пресвятой полимер. Еще? А с чего это вдруг вы еще появились? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут что, пчелы летают? Я не вижу ни одной пчелы, вашу мать. Не, кстати, ребята, серьезно, а с чего вдруг вы еще появляетесь? Ведь нет реально ни одной пчелы. А, как это нет ни одной пчелы, скажи, да? А вот это скажи, что, да? Я знаю, что нет энергии. У меня нет энергии уже с ними драться. А это нормально вообще, что агро продолжает на мне висеть, даже когда я в сейф-зонах там? Видимо, нормально, я понял. Хорошо, ладно. Ладно, значит, роняя кау, бежим туда. Слушайте, вы, ребят, успокойтесь. Серьезно. Не, серьезно, я вас вообще не трогаю. Реально, я вас вообще не трогаю, блин. Какого хрена вообще происходит? Игра, кончай уже с этим. Кто за мной? О, Беляш, нет! Нет, Беляш! Беляш, не делай этого! Это опрометчивое решение! Вова, иди в баню! Твою мать! Вот это. Не-не, открой. Открой. Пусти меня. Твою мать. Что это только что было, игра? Ты чё? Господи. Я даже никого не провоцировал. Я долбанную ромашку оглушил. Пострелял в нее. И он на меня согрел вообще всю карту. Я пришел в сейф-зону, он такой на меня посмотрел, думает, ну чувак, не-не, ты еще не заслужил отдыха. Еще эти долбанные пчелы, которых я не видел, как воскрешают других, но они были. Это знаете, как с сусликом, вот только видишь пчелу? Нет, и я не вижу, а она есть. Вот, видимо, то же самое сейчас и происходило, потому что вообще какая-то херня. Очередные катакомбы. Научный полигон, товарищ майор, и здесь должно быть оружие. Да неважно. Полигон, катакомбы, выглядит одинаково. Найдем чертежи и пойдем дальше. Ага, вот с удерживания получается. Угу. А, еще и заряды тратятся на это. Ну, заряды я видел-то, конечно. Здрасте. Ну, тут хоть чуть-чуть отдохну. А то, что там сейчас происходило. Блин, это ты. Никак не привыкну.
Так, ну, у меня нету ничего. Выберите желаемое действие. Желаемое действие — это произвести боеприпасы, потому что то, что сейчас происходило, меня впечатлило, конечно. Вы не подумайте, это весело. Хотя... Выберите желаемое действие. Не, когда у тебя заканчиваются патроны, и когда у тебя... Как его? Твое оружие ближнего боя себя не оправдывает? А я помню, что оно типа охреневшим было. Не, я реально помню просто, как оно наказывало. А тут получается, что оно... Ну, может быть, вот так вот оно будет наказывать? Доступ разрешен. Хорошо, предположим, оно будет наказывать. Мы предполагаем так. Мы, значит, делаем себе... Да. Вот такую штуковину. Тогда... Выберите желаемое. Так, а ну-ка, склад, разбор. Все нормально, все у меня есть. Ага. Я знаю, что нужно сделать. Так, во-первых, ты. Да. Держи вот так вот. Во-вторых, дробовик. Установить. Все. Вот так вот. Ух. А, так. Да-да-да, это, конечно, все прекрасно, только сохранение. Знаете, надо отметить, что... Это очень разнообразно. А если учитывать прошлый выпуск, когда мне за непонятное что YouTube решил авторское право пиндюрить за кусочек из 13 секунд якобы какого-то там автора. Да. YouTube и его защита авторских прав, они порой очень странные. Знаете, меня больше всего поражает то, что по факту то является элементом игры, и, типа, я-то, конечно, не против, но ну, разбирайтесь с разработчиками игры. Потому что это достаточно странно выглядит. Я ж не сам записываю. Ну как? Ну вы поняли, о чем я. Но имеем то, что имеем в итоге. Посмотрим, что здесь. Потому что, видите, это тоже было в полигоне. А, я же говорю, там, сколько вам сказал, 11 или 13 секунд чего-то ему показалось чем-то. Я такой, а, понятно. И он такой, а давайте вам я, сударь, ограничу просмотры в России. Я такой, а, вот ты как. Ну, пришлось мудиться, не знаю, там сейчас к этому моменту уже как-то что-то должно разрешиться, потому что я записываю это заранее. Ввиду того, что мне в командировку улетать. Ну и в начале ноября. Поэтому да, на момент записи вопрос этот не урегулирован. И мне интересно, либо мне придется вырезать вообще элемент звуков оттуда. Либо, ну, какой-то на бета-тесте находящийся режим, который типа должен заглушить громкость вот этого всего. Ну, типа чисто трека. Ну... Посмотрим, посмотрим, что оно будет, конечно. Мечты и рвения специалистов предприятия 3826 не знают границ. Дерзновенные советские ученые задаются удивительными вопросами. Как сделать пребывание советского гражданина в космосе наиболее комфортным? Какие условия необходимы, чтобы существование человека за пределами земной атмосферы не отличалось от его привычной жизни? На полигоне номер 6 вы можете наблюдать один из подобных экспериментов. Возможно ли будущим поколениям, освоившим космическое пространство, смотреть кинофильмы в невесомости? Ответ нам всем известен. Советский человек может все. Сильное заявление. Поддерживаю его. Что ты от меня хочешь? Я как бы... Я просто думаю, что я чего-то против. Я все... на самом деле на все за. А! Ага. Я просто подумал про вот эту штуку. Ну давай уже, перезаряжайся.
ты ничего не делаешь. Хорошо. Тогда... Нужно еще разочек. Так, а ну-ка. А, дверь с обратной стороны. И чё? Я типа не против двери с обратной стороны. Ну, я не совсем понимаю, что ты хочешь от меня теперь. О, привет. Ну, в теории я ничего не делаю этим, да, я так понимаю. Ладно. Что-то этим подразумеваешь, я так понимаю, правильно? Не может же быть такое, что ты просто по приколу что-то делаешь. А, то есть я скрою дверь отсюда, чтобы потом развернуть ее туда. Ну, попробуем, давайте. Но все равно ничего не теряем. Надеюсь, у вас день хорошо проходит, да? Меня видите? А, у меня, видите, застреваю в пространстве. А это что даст мне? Ровным счетом. Ничего. Да. Еще разочек. И еще разочек. Угу. А вот теперь. Опа. Мы готовы продолжить наш путь. Слушай, дайте мне одного Вову. Буквально одного. Я хочу на нем проэкспериментировать просто. Ну, мне нужно проверить, смогу ли я его запилить этой циркуляркой своей недоделанной, блин. Я просто помню, что с двумя дисками, когда я смотрел, а, кстати, смотрел прохождение я... Воу. Кто знает, кто помнит Блэка. И он там вот звездочка как раз таки раздавал, я помню, проходил. Но он, правда, делал уже с двумя пилами на тот период. До этого он, по-моему, с паштетом, кстати, ходил. Ну, ладно, в общем. Я вот и прикинул, что звездочка это оружие победы. Но оказалось, что, как бы, смерть машины. О, я вижу этого Лутягина. А ну-ка. Вот и товарищ Лутягин. Вы сильно помрачнели. Что именно не так? Ничего. Будто сон дурной приснился. И этот парень тоже был там. Возьмите себя в руки. Вы давно не спали, товарищ майор. А кажется, что я сейчас сплю. И кошмар снится. Это не кошмар. Это мираж. А я все же сохранится и дальше. Я думаю, в конце уже непосредственно можно будет там кто-нибудь, да, это. Данная звуковая турбина используется как в качестве улья для бригад ВЧ-9, так и для привода электрического генератора и обеспечения полигонного состава. А получилось неплохо. Очень хорошо. Нет, нет, тихо, тихо. Ну что ж так больно? Тихо, тихо, ребят. Стой. Стой, дрофа. А? Полигон окончен? Вот это было неожиданно. Но, кстати, то, что я из-за щита могу стрелять, меня радует. Может, я что-то подумал, что я вызываю щит и на этом отдыхаю. Это приятно, значит, что нифига подобного. Так. Ну что ж. Не, в целом пила, кстати, показалась... Ну, потенциал есть, но заряда она жрет, конечно. Ну, слишком много, как по мне. Однако... Помните... Если мы умрем, бежать недалеко. Эм.
А. Тут очень много трупов в этой игре. Прям много. Притом... Да, дружище. Держись. Осветили его, можем идти дальше. Так. Вообще забавно, что наш майор, атлет-акробат и прочая умничка. Какое умиротворение. А рядом кровь. Интересно, товарищ Лутягин может убить кого-нибудь? Ну, чисто из... Интересно, вот это пишут солдаты или кто? Просто, ну, если ты видишь такие штуки очень много где, наверное, есть смысл подумать о чем-то. Просто в противном случае, ну, вряд ли, ну, как его, господи. Короче, этот диссидент носился по всем павильонам, по всем полигонам и... Делал тут свои провокационные писюльки. Задача проектного отдела полигона номер 6. Пункт 1. Получение и сопровождение разрешения на строительство новых Пункт 2. Разработка эскизов для реконструкции, ремонтов, строительства новых помещений и сооружений. Пункт 3. Составление проектно-сметной документации на строительство. Пункт 4. Подготовка технических заданий на проектирование. Ну, я думаю, что они типа пытаются справиться. Пытались. Но больше трупов почему-то именно солдат, чем военных. Ну, а эти вообще отдыхают, ребята. Так, ну вот, допустим. Ага. Это, интересно, дало что-нибудь или нет? Пока ровным счетом ни хрена, но это ж пока только. А если я сюда подойду, то я, наверное, смогу на ту сторону перепрыгнуть, да? О, топ, труба. Я так понимаю, ты упал так же само, как и я, да? Сорян. Я пытался как лучше, но получилось как всегда. Так, ладно. Мы не сдаемся. Легкие телесные повреждения для нас не помеха. Так, но трубы я вряд ли... здесь стекло. Я почему-то думал, что мне нужно сюда. Подожди-ка. А сюда я не допрыгну никак? Типа по трубе. Не, нифига. Так, ну вот пацаны, которые внимательно наблюдают за всем, возносят хвалу ящичкам. Ага. А парни что-то знали. И сейчас тут Вова мне в спину просто. Бах. О, чертеж, звездочка. Эргономичная, видимо, рукоять. Ну нет, ну не надо. Сейчас, подожди-ка. Оп. Не-не-не, ты не понял меня. Но ты был очень близок. К пониманию того, что мне нужно, практически угадал. О. Там чаперный театр. Д-
Да, вот так только. Я хотел поближе вот эти на самом деле перегнать, но... А, вот оно что, Михалыч. То есть ты не хочешь, да, перегнать вот это вот тут туда? Тогда давай мы перегоним вот так. Понял. Ёб твою... Я нижний вообще не заметил. Я смотрю на эти такой, типа, о, нормально, смотрите, получается. А потом такой, типа, а. Ну да. Получается. Не-не, верни как было, а то... Блин, это ж теперь... Это ж теперь, получается, я эти штуки никак не переставлю, потому что... Потому что, да, а можно мне заново запустить эту штуку? Потому что... Я и эти ребусы, это будет надолго. Что? А, теперь другое здесь, да? Так, ну хорошо, ладно. Я понял. Синий с зеленым должны быть на одной параллели, условно. Вот так, только наоборот, вот так. Да, вот. Серьезно? Одна. А, нет, стоп, стоп, она должна же быть... А, все? Yes. Мощь разума. Долго, правда, догонял, конечно. Сорян, но... А что будет, если я нажму? А, вот что будет, если я нажму. А, о, стоп, а мне-то... Подожди. А что снизу? Ага. Я просто не помню, как там... Подожди, так там, по-моему, можно забраться. А ну-ка. Ну, тут можно... Нет! Не можно. Не, подождите, мне все еще кажется, что можно. Я же просто добегал. Ага. Вот, вот, вот. Опа. Вот так, да. Изи. Откуда? А как ты нашел? Ладно. Опять ты? А можно мне не надо? Я... О. Успокойся, успокойся. Я не хотел ничего запускать. А в чем разница? А вот это что поменяет? Это поменяет плоскость. Хорошо. А что у нас на той стороне? Труба. Твою! Не, ты серьезно, да? Ты серьезно. Какого хера, блин? Ну? Ты что, уже хочешь сказать, что ты не работаешь? Не, хорошо, я не против, не работай. Но тогда объясни мне, как мне попасть туда. Теперь мне нужно тебя отправить вниз, правильно? Правильно. Почти правильно. Неправильно. Попробуй еще раз. Ага. Твою мать, я только что создал столько себе геморроя. Ну
Слушай, а я не смогу как по-простому сделать? Не смогу, наверное, да? Потому что ты скажешь мне, что я не долажу просто, да? Неплохо. Будет лучше, товарищ майор. Шутка, что ли? Кому? Уходим отсюда. Серьезно? Я... Какого хрена? Ладно. Ладно, это было странное родео. Но пройдено. Это странно было. Здорово, волчик. Доступ разрешен. Итак. Итак. Будем улучшать, чё? Пробуем звездочку. Ну да, эргономичная. Ну давай устанавливать тебя. У меня на самом деле особо-то и вариантов нету. Танец пил неулучшаемый. Верхнее лезвие мы улучшим, пожалуй. Фига у меня ресурсов. А, ну да, я же разобрал топор, который у меня был там. Чуть ли не топ серва. Слушай, ну давай, может быть, ПМу что-нибудь дадим, потому что, как бы, ПМ молодец оказался. Ну как, ну, просто из всего у меня потом остался только ПМ. Поэтому, да. О, вот ты тоже отсюда, да, у меня? А, ты с полигона 1, а ты с полигона 6. Лучше сторон по органике. Ну, конечно, ладно, давай мы пока не будем трогать органику. Просто будем увеличить объем магазина. Больше пуль, не меньше пуль, ну, как бы тогда. Вообще, наверное, просто дульный компенсатор поставить, блин, да и все, и не парить все мозги. С органикой, там, неорганикой, потому что сейчас, мне кажется, прям совсем не до этого. Так. О, все, теперь модный. Так, сохраняемся. А, ну, что я могу сказать, этот полигон был странный. Прошлый полигон мне понравился определенно больше, чем этот, но... Мы его прошли как-то совсем странно просто. Прям очень странно. Фактически, ну, я его не то чтобы прошел, мне повезло. Там говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? А почему уровень тревоги 2? Уровень тревоги 1. Я спрячусь. Я просто спрячусь. Можно уровень тревоги? Вот. Я посижу. А где я? О-о-о, я в жопе. Так, ладно. А почему я в жопе? Я же хотел на полигон 9. Ты где, не вижу никакой жопы. Комплекс коллектив. Хороший, красивый комплекс. Нет! Да нет же! Ну я не хочу с вами биться! Было приятно работать с вами, майор Петри. Я согласен. Но, сожалею, но вас сейчас убьют. А можно я в машину сяду? Не мне о том, как не ладили люди с котом. Говорят, здесь не повезет. Управляемость. Если черный кот дорогу перейдет. А куда мне надо? Стоп. А. То есть мне сейчас прямо и налево за мост. Понял, прямо и налево за мост. Пока наоборот, только черному коту и не везет. Еще один контейнер с металлолом снесли. Придется здесь задержаться. Прогоняют дороги кота. Сорян. Вован, прости. Я должен залутаться. Режь Вована! В клочья, Вову! Вы в натуре ебанулись! Блин, вот это неплохо! Правда, нифига себе, у меня заряда потрачено было. Да не-не-не, я поехал. Черному коту и везет. А, коровку убили, а коровку-то пошел. Даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том. Серьезно?
Не, серьезно, уровень тревоги упал? А с чего бы? Ну ладно. Пускай так. Так, а, стоп. Если же я хочу попасть в убежище, то... А, вижу. Здесь камера, здесь камера. Ну, пойдем куда-нибудь. А вот поросят мы не трогаем. То есть мы трогаем только коров. Которые... О! Сука! А ну-ка, умри! 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 Да где у тебя кнопка, падла? Нет, зачем ты его активировал? Не тронь мужика! Как я по тебе промахнулся! Ублюдская ты штука! А, я тебя убил? Ну да. Ага. Не-не-не, мужик, стой. Раскайся. О, точно, точно, я и забыл. Стой, ублюдочный. Ты где? Поножовщина. Да тут много тел. А, вот он ты где, ублюдочный. Сколько ты выстрелов терпишь, интересно? Наверное, также три. То бишь, здесь вместо роботов... А, нет, хотя здесь, почему здесь был синокосный робот? Ага. Не-не-не, мужик, не торопись. Подожди, а ты кто? О, ты мертвый Вова. Неужели здесь есть мертвые Вовы? Я уже отвык, что они хоть кого-то убивают. Это так выглядело, что все советские солдаты просто взяли и упали. Ну, просто. Подушили друг друга и решили, что... Ну, как бы... Че дергаться лишний раз, правильно? Просто выглядело все... Выглядит все именно так. Да я просто сохранюсь. Мне делать нечего. А, блин, мне рады, что полимер есть, наверное. О, здорово, мужик. Я, да, я отсканирую вас здесь, а то... Ага, понял. А ну-ка, погнали, братан. Ух, угомонись, пес. А что за эхо... Какой-то звук был, блин, эхолокации странные. А нет, ты стой, блин. Бедные жители, блин. На самом деле, вот, оно все прям очень круто. Но когда понимаешь, сколько здесь, ну, извиняюсь за выражение, пиздеца произошло, то как-то особо не весело. То есть, вот, ты такой работник предприятия передового, работал себе, в ус не дул, а тебя взяли и перехерачивала просто толпа в один период роботов, в другой период. Ага. А, о, это ты, ай, кто? Да не, не, тихо, тихо, не торопись. А, вот ты как заговорил, да? Слушай, мужик, давай ты просто упадешь. А, я понял. Ты хочешь чудесно упасть. Хорошо, вопросов не имею. Слушай, падай. Окей, давай. Давай, покажи свой лучший удар. Это все? А теперь смотри мой. Ты где? Ну, стой. Хорошо, что они не могут ничего пройти. Представьте, было бы тут как это в стиле хэдкраба. Типа он на тебя кидается и начинает пытаться это... Ступиться тебе в мозг. А тебе надо было квиктайм ивенты использовать. Ну, это еще больше бедолага.
Товарищ Ленин смотрит на это на все и охреревает. А как мне сюда забраться? А. Реально вот? А. Ладно. Я просто думал, тут все сложнее, а тут все очень даже просто. А, серьезно, ты не хочешь на крышу лезть? Ну, не лезь. Слушай, ну давай осмотримся. Не, это враг, я понял. А это красное знамя. А, не, вот это ромашка. А вон тот-то не ромашка ни хрена. Эти ромашка отключены. Ладно, ромашка. Так они отключены все. А как мне их включить? Ну, камера активна 7, ты пишешь, но я же не могу ни одну из них использовать. Так, ну, хорошо. Или вернее, плохо. Знаете, что-то непонятное. Хотя... Я знал. Я еще и говорил, что неспроста тут что-то изображено. Представьте, тут бы еще это были мутированные дети, тогда бы это точно... Нет, тихо, тихо, не надо. Мы чуть людей не распилили, блин, только что. Нет. Ты подключен к камере, я согласен. А, вон где питание, да, наверное? О. Ага. Ага. Ладно, хорошо. У звездочки есть потенциал. Эй. Потенциал. Ты зачем к столбу пошел? Охуенный. Да не. Да не. Че еще это? Нет, все нормально. Но надо отметить, знаете, чего не хватает, пожалуй. Наверное, все-таки государственное разнообразие в плане. Вот они вселяются только вот в этих чуваков. Солдатов нет. Ой-ой. Вот, получается. И, допустим, тех же женщин, я же говорю, те же вот дети, да? Мне кажется, это было бы круто, ну, разнообразно. А, он типа опущен, поэтому не работает. Так это твоя особая атака, да? Ну. Ага, давай. Мы успеем, мы не успели. Ну, впрочем. Да-да-да, я же говорю, тут чуваков для обращения просто миллион. Но я не могу. Смотри, у тебя голова горит. Будь спокоен. Я тебя сейчас потушу. А, ты вот как заговорил. Ну, еще и друга позвал. Да вы успокойтесь. В этом плане топор, конечно, лучше. Ну, топор быстрее у меня был просто. А. Держи, штука. О, это какие-то новые. Ай-яй, ай-яй. Постой! Какой только парадикс. Ой-ой. Мой косяк. Тут мне кажется, она просто переживает 3 выстрела, потому что я смотрю, ей в целом без разницы. С пистолета ли я буду стрелять, или с автомата я буду стрелять. Ну, не знаю, насколько это, наверное, нормально, но...
А какая разница, это факт. Ну, мне это может нравиться, может не нравиться. А-а-а. Привет. Вот ты как, да? А, прямо из канализации. А ты жив? Нет, ты мертв. То есть мне, чтобы тебя запустить, нужно спуститься вниз, правильно я понимаю? О, я нашел. То есть я просто видел что-то красное здесь. А, понял. Нет, диск... Спасибо, Элеонора. На самом диске, деле диски, прикольная тема. Ага. Здорово. Я смогу тебя прибить. Слушай. Типа. Я же говорю, ей все равно. Ну просто. Я пускаю 3 выстрела и все на этом. А, ну. Не, дружище, не. Давай ты сам как-нибудь. Я с радостью с тобой пофиктую. Из... А, вас теперь больше. Погнали, братаны. А, хорошо. Пошла шинковочка. Да ты успокойся. Всех вас на органы пущу. А, еще одна. Интересно, у них тоже лимит есть, да, наверное, типа по количеству допускаемых хэдкрабов этих. А ну-ка, умри. А ну-ка давай, напили их тут всех. Вот так вот. Хорош, хорош. Слушай, ну тут просто... А ну иди сюда. Нет, не иди. Стой, стой. Ты торопишься. Какая боль. А вот тебе и высокая сложность пожаловала. Здравствуйте, да? Но этого недостаточно. Так, я сейчас тебя тоже съем. А, ну, то есть на органы пущу. Типа, в чем урыжиться? А я здесь могу протиснуться, да? Смогу. Значит, подождите. Да твою мать! Нет, нет, штука. Нет. Я так и знал, я чувствовал. Кто урчит? О! Там он, я вижу, что ты летаешь, штука. На тебя разряд. А знаешь, что у тебя есть? Вот это. Ну ты подожди насчет вони. Вот так вот. У тебя не было шансов. Знаете, ну на самом деле вот играешь на высокой сложности, но ну в целом вот если не брать, наверное, ежиху, то игра достаточно простая. Ну и еще в ней очень много ресурсов, вот прям на самом деле тебе их подгоняют по любому поводу. И без, я не то чтобы жалуюсь, наверное, потому что если бы их не было, я бы, наверное, сильнее жаловался, но как бы тех же аптечек прям очень много. Держи, это тебе. Слушай, я даже могу не стараться, смотри, видишь? Ну, как бы... Ну да. Давай, пошли. Я тебе сейчас почки опущу. Ну, вот мы ему почки опустили. Ну, как бы... Или что там хотел Нечаев сделать ему? Я услышал, сейчас я тебе почки опущу. Так что... Так, это мы откроем. Подожди, не торопись. Да твою дивизию!
Блин, это еще и вонючий. А здесь? О! Так где? А, вон он. Вдыхай, друг. А вон то я открыть тоже смогу. А вон то я открыть. Сейчас, я понял. Ахрена, у меня на ПМ уже патроны закончились. Я не заметил как-то. Оп. Оп. А, я думаю, я сквозь дверь прилетел. Я ж не понял. А, и это все? То есть, ну, не щебетаря тебе. Не... Ну, ладно. Слушай, вам же все равно хватает пары выстрелов. Поэтому держи просто. Ну, твою мать! Сука! А, подожди, солдатик! Солдатик! Смотрите-ка. Ладно, я рано сказал про то, что они в других не вселяются. Он выскочил, конечно, я ж. Я думал насчет кончить тут. Фух. Нормально, ладно, хорошо. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, как говорится. А клерк может стать этим кустом? А тут что? Смерть не в теле. Найди смерть. Ладно. Да, можно поменьше выскакивать, а то я это... Человек дерганый. Мы не сдаемся, сука. Ну, в этом я хвалю вас. То есть в туалете их нету. Я удивлен, я как раз таки ожидал их увидеть в туалете. Привет. Блин. Вот если на самом деле... твою мать, кто? 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 Ладно. Так вот, о чем я? Ух. Наверное, если бы я проходил бы соляка, скажем так, да, типа вот один бы везде тут ходил и не разговаривал бы, условно говоря, с вами, уважаемые товарищи, то, наверное, я бы боялся сильнее, объективно говоря. Так я говорю и отвлекаюсь. И за счет того, что я отвлекаюсь, как бы оно и получается, что, ну, кримеры работают, а в остальном, в принципе, жить можно. Слушай, я еще... Блин, я просто не знаю, насколько мне надо сюда... Ладно, пойдемте. Если что, вернемся. У меня просто есть сомнения, надо ли мне сюда. Где я? А, не-не-не, мне сюда не надо, подождите. Это на выход. Я еще не освободил этот пульт управления, я не увидел. Я, видимо, вот когда там надо было... как там? Я уже запутался, где я. Так. А, это еще место одно. Я путаюсь в этих огромных комплексах. Типа, это очень прикольно, что они такие классные, потому что представьте, сколько работы нужно было проделать, чтобы, ну, вот это вот все сделать. На самом деле, мое почтение. Вот прям. Разработчики реально заслуживают только уважения. Ага. А я... Дурачок, сейчас буду с этой штукой тут загадки разгадывать. А, не буду. Ладно, я поторопился на себя наезжать. Ну, как бы, а что поделать? Подожди, так это же холодильные эти. Я могу ее взять? Типа она закрыта. Ага.
О, тепловые. Блин, ну мне же никуда не надо было. Ты хочешь сказать, что все-таки надо, да? А куда? А-а-а! Ты имеешь в виду вот сюда? А, вот ты все вот это вот держишь. Понял. Я понял тебя. Погнали. Продолжим. Так, ну давайте закончим. Да, не-не, держи, держи, да. Ну тут хотя бы не так много загогулин, я смотрю, как это. Ну давай. Давай. Ага, вижу, вижу. Жарим, жарим потихонечку бататы. А, рановато. Стоп. Не, ну в теории, если бы я их заморозил бы, то тоже хорошо было, но ладно. Хочешь все спалить к чертям, так почему бы нет? Мне раньше в героях 3 нравилось играть для Инферно, помню. А чем мне нравились Магоги? И архидиаволы, конечно, чтоб серва. Это без вопроса. Так, а я тут сам себя не зажарю вообще, в принципе. Слушай, хватай давай. Через горы и долины. Чица. Поезд на восток. Ой-ой-ой. Я думаю, что это должно было помочь. Теперь можно чувством исполненного долга выбираться из этого комплекса, я думаю. Ну, кстати, вообще по логике из того, что говорилось, вообще должна быть жарища нереальная теперь. Интересно, а уровень воды здесь всегда был такой, или это чем-то связано? Как и выбитая к чертовой матери дверь, да? Радует, что Нечаев умеет плавать и особо, я так понимаю, не зависит, видимо, от дыхания, да? Давай. Опа. Фух. Так, ну слушай. О! Вот это вот наш комплекс, да, я так понимаю, Икар. И то поменьше. Лут. Лут какой-нибудь. Так, а теперь должны были активироваться роботы. Я же правильно понимаю? Конечно, правильно понимаю. Заберу. А вот теперь нужно добежать до дома, да? Ага, понял. О, подожди, я ж тут не был. Да. Это травмоопасно. Как? Кто одобрил строительство? Это лестница. И я просто пришел сюда? Ладно. А жалко. Нет календаря. Па-па-па-па-пам. Интересно, многим ли нравятся советские песни? Я, кстати, что-то задумался. Ну, в этой же игре их много, в целом. Я поэтому такой прикинул. Надо отметить, что в старых песнях это было... Ну, в этой песне не в частности, но тем не менее, содержательной части было больше. Видимо, раньше все равно как бы пели. Ну, как бы так сказать. Владимир Ильич, вы являетесь... Неужели вы являетесь полигоном? Так вот, это я о чем? А раньше все равно как-то, ну, инородными это все становились. Не инородными, а народными имеется в виду. Артистами и вообще песни, когда писали... Тихо.
когда писали, все равно у них как-то, мне кажется, больше было, ну, как бы так сказать, души и смысла, что ли. Подожди, это не все? Так это не Владимир Ильич был. Это сарай был. Понимаю. Ух, танцы. Так, ну ладно, танцы... 54 патрона дробовик, откуда? А за что столько добра в мой адрес? 180 патронов на калаш. И пустой ПМ. В кои-то веки. В кои-то веки пустой ПМ. Ладно. Ты ж поехал, да? Спасибо. Они, по-моему, все, кстати, на 34 этаже вниз. 3-4 этажа вниз, интересно, поскольку условно тут потолок, наверное, где-то 1.5 метра, да, где-то? Мне кажется, не чая, где-то, наверное, 1.8. Может быть, 2.10, 2.20, наверное, потолок, да? Ну, почему я не удивлен? Кстати, на самом деле, на некоторых полигонах не особо-то видно, как бы, ну... Вот в прошлом полигоне вообще не было роботов, почти все они были, ну, те, что были, они были дезактивированы, скажем так. Сюда и вопрос, какого черта? Вау. Слушай, успокойся, пожалуйста, я... О! Ну погоди. Так. Так. Ну тебе ведь не нужен противогаз, ну ладно. Блять. Представьте, вот ты работаешь. Вот так вот, вот здесь вот. А, привет, пацаны. Я что-то вас не сразу заметил. Хорошо, что они не двигаются, а то вот это там классические фобии с манекенами, да? А, то есть вообще сидели отдыхали? Такая солнечная, да? А, то есть вы прям с роботом так сидели, да? Ну ладно. Ну, с манекеном. Для робота, мне кажется, ему далековато. Отдыхаю тут себе, понимаешь. Этих манекенов оставлял явно человек с фантазией. Ну, такой извращенный очень, но фантазией. Кто дверь открыл? Она была открыта? Ладно. Не, я видел, что ты бьешь током. Ну, как вернее, там. Открывается это. Жижа полимерная. Если я тебя ударю, то... А куда ты ударил? А как... А зачем? Я не против, просто ты скажи мне, почему? Твою мать, ты что делаешь? Ты зачем сам себя убить хочешь? Так, где ты что находишь? Ты всякий раз находишь новые приключения. Слушай, работай. Так, ладно. А, ты хочешь сказать, что я не пройду его, если не возьму себе, наверное, полимерную вот эту вот жижку, да? Просто я тогда не понимаю, что ты от меня хочешь. А так и должно быть? Не, если ты хочешь, если ты очень сильно хочешь, я могу взять себе полимерную жижку. Не та кнопка. Доступ разрешен. Давай, ладно, я возьму ее. Мне не сложно, абсолютно. Где она тут у меня? Полимерный бросок. Давай, да. Ну, хорошо.
Установить ее, да, на Q давай установим. Узел повышения давления, регламентирующий дальность выброса пулемет струи, может быть модернизирован с целью увеличения дистанции воздействия на противника. Да, давай, конечно, ну раз уж пошла такая пьянка. Так, шок. Повторная атака чуть не заряжает противника. Давай, да. А, у меня уже все улучшено, да? Замечательно, тогда погнали, полимерный бросок дальше качать. Так, боевое атакующее воздействие на нанесенную цель полимера распространяется за пределы своего местонахождения. Последняя модернизация блока нейрополимерной генерации позволяет повысить живучесть боевых полимеров, нанесенных на цель, чуть продолжить действие. Да, давай, конечно, улучшим. Так, а энергия персонажа получает энергию от потерянного здоровья. Рециркуляция смогли, ваше оружие будет модернизация, пусть добавлены. О, давай, да, вот так вот. Просто раз уж я здесь. Так. Боевой полимер состав получает повышение показателей вязкости, серьезно замедляющее вращение несущих пропеллеров воздушных целей. Летающий противник теряет воздушность передвижения по воздуху. А давай. А чё нет? Повышение производительности перчатки увеличивает продолжительность генерации струи боевого полимера. Давай тоже возьмем. А чё нет? Хорошо ж пошло. Так, ну что ж. Полимерная струя. Используя полимер для усиления эффектов заморозки, огня и электричества, наносите полимер на поверхность или напрямую, обливайте им ваших врагов. Я понял. Пойдем попробуем. Есть у меня одна теория. Хи-хи. Прошло. Так. А ну-ка. А что это за лаборатория? Расскажите мне. Я с радостью послушаю. Серьезно, я хочу понимать, где я. И должен ли я здесь быть? Пипец. А, подожди. Так это... А, фуф, блин. Это всего лишь манекены. Я уже думал, там, блин, кто-то людей скинул, как золотых рыбок плавать, блин. А красный, это, скорее всего, просто аварийное освещение. А, там лазеры внизу. Лазеры внизу? Какой придурок поставил лазеры в воду? Так, стоп. Ага. Непонятно. Ну ладно. Теперь понятно. Так, ладно, вскроем этого засранца. Я смотрю, майор Нечаев начинает привыкать ко всему этому. Это что? Коллиматор. Неплохо, неплохо. Так, ну нам все равно две штуки тащить. Ага, и одна из этих штук вон она. Серьезно. И что это даст? Ты что-то упало? Ну я-то нырну, конечно. Но главное не слишком сильно вниз, я так понял, да? Иначе меня это поплавит немножко. Вообще, конечно, эти полигоны, с одной стороны, такая прикольная тема, но только жуткое место. Это еще принцип по-божески. И, кстати, на самом деле Лутягин, он такой, как, весьма позитивная штука, ну, прям. Ну, погнали. Манекен, ты пытаешься меня остановить. Я так и знал, что вы мои противники. Стой. Куда, интересно, ты бы привела это? Может быть, кто-то сюда? Да вряд ли. Ну, пойдемте. Ну, мне кажется, если я, наверное, вытащу питание, то он просто отключит его. Ну. А, подожди. А если вот на вот эту сторону? Ага. Батарейки.
Ровным счетом ничего не дали. Так. То есть вот как оно. Привет. Я подожди, я ж тебя вижу. Ты ж вон он. Ну, а я о чем? Ты ж вон он. А, подожди, я понял, как надо. Все, вижу, как надо. Держи, раз. Держи, два. Да нет, вернись, пожалуйста. Было бы, наверное, удобнее, если бы, знаете, он его поближе к себе перетягивал. Потому что, да. Ну. А, ты сам пошел или... Что? Ты зачем стреляешь взрывающимися шариками? Цех эксперимент предназначен для моделирования замкнутой самоочищающейся системы. Построен для проведения практических опытов с количеством поступающего в помещение кислорода. Эксперименты в данном отделе призваны обеспечить советских граждан пригодными для длительного существования убежищами в случае природного или искусственного уничтожения экосистемы планеты. Ну, цели у вас прям хорошие. Прям очень хорошие. Вот только происходит какая-то дичь у вас на полигонах. Это все один рафик сделал? Блин, вообще непонятно, почему. Ну, меня же рафики не трогают. Почему они тогда тут кого-то трогают? Просто мне непонятно. Будем считать, что те были особенные, автономные рафики. Итак, посмотрим. А. То бишь, вот так вот. А залезть наверх не хочешь? Просто мне интересно. Ты же можешь залезть, я уверен. Короче, ты не хочешь залезть, я понял. Или что-то предстоит сделать еще такое. Ладно, пофиг. Пойдемте уже. А ну-ка, иди сюда. А, 5.25. Хорошо. Ну, наверное, как бы это прикольно, потому что по факту, ну, ты отвлекаешься от постоянной мяснины. Но надо отметить, что она тут не такая уж это. Я понимаю, если бы это, знаете, мы выиграли в Doom. Что? Там кто-то булькает. Кто там булькает? Слушай, давай подожди. А вот теперь пошли булькать вместе. Что ты такое? Твою мать! Не трожь меня! О, что за возить? Ой-ой-ой, что ты такое? Нет! Для последующего тестирования. Блок-контейнер-модуль предназначен для обеспечения рабочих... Твою мать, как же ж вас много! Я неправильно поступаю! Не совсем правильно! Или совсем даже неправильно, я бы сказал! Хреново, наверное, там от холодов. Иди в жопу.
жопу. Твою мать! Твою мать, идите к чертовой матери! Это тебе. И вот это тебе. Это тоже тебе. А ну-ка, давай, штука. Я их, походу, всех все-таки приговорил, да? Твое! А, ты как Карнаж теперь орудуешь, да? А тебе холодом? Не... Хорошо, да, тебе холодом? У-ху! Ебать, ты страшный. Спасибо, Нечаев. Ты высказал мое мнение по этому поводу. Я успел еще главное на щит туда поймать. А, да, спасибо. Давай, Плющ, иди сюда. Я более-менее начал... Стал готов к тебе. А ну давай. Страшный ты пиздец. Да, я согласен, согласен. Твоё, твоё. Кушай, ублюдок. Ты что-то тупил, что ли, друг? Что заводят тебя? Ага, вот ты где, тварь. А я-то думал. Ёбаный бобры, а? Ага. Давай, давай. Давай, ублюдок. Мать твою. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Какая боль? А, все? А, то есть вот оно как. Не, мне нравится картинка, но я не согласен. Ладно. Вообще, конечно, какой-то дохера живучий. Знаете, что мы сделаем? Авторизация. Ну-ка, давай-ка. А, у меня нету кассетника, да? Да, я не очень доволен ситуацией, получившейся. Прям, я бы даже сказал, я совсем недоволен ситуацией, но ладно. Да подожди ж ты, блядь. А можно я отойду, пожалуйста? Можно не загонять меня? Спасибо, ебаный в рот. Извиняюсь за маты, но...
Да твою... Да можешь, пожалуйста, на shift прыгать, придурочный? Господи. Игра, ты что? Я пытаюсь как... подобает все делать, а ты тут устраиваешь мрачноту какую-то. Ага. Да подожди ж ты, господи, я уже перестал использовать полимер, ты его используешь. Не, ну в теории мне кажется, что от него можно... Да твою мать, блядь! Господи, как ты бесишь! Я нажимаю прыжок и уклонение, он не прыгает и не уклоняется. Если не брать это в расчет, то игра охрененная. Но так как это надо брать в расчет, то это не очень хорошо. Иди к чертовой матери. Слушай, блядь, не застревай в каждом объекте, пожалуйста. Ты, блядь, за все... Он за все цепляется, серьезно. Я понимаю, но у игры с хитбоксами какая-то явная проблема. Он реально цепляется за все. И это прям не очень прикольно. Особенно в таких вот сейчас раскладах. Иди к черту. Да твою мать, я ж тебе попал. Ты чё, прикалываешь надо мной? Давайте пока посидим, отстреляемся от ублюдков. Где там все в порядке? А то я уже очень сильно злюсь просто. А где? Кто? Хорошо, кто? Да покажи, ты, блядь. Игра, хватит, пожалуйста, делать какую-то грязь. Ты начинаешь мне просто не нравиться от этого. Как у тебя дела? То есть он там может пройти. Там будет забавно, если ты ничего мне сделать не можешь. Слушай, я, конечно, за жесткий бой и честную борьбу, но иди-ка ты в жопу. Ты просто умеешь ваншотить, а мне это не нравится. Так, где кто? Вы ж тут проходили как-то. Ага, вижу. Давай, вылазь, ублюдочный. А, все, да? Вот теперь ты застрял, да? Ну, слушай, я тебя еще накормлю сейчас немножко. Чурик, хозяин. А ну-ка, стой. Опа. Да нет, ты уж постой, ублюдочный. Да стой, 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 блядь. Давай поговорим.
Да сколько тебя можно бить, сука? Чтоб ты, блин, кончился. А, хорошо. На органы его пустить. Блять, что это было? А, бля. Я думал, что тут все будет, ну не это, ну не то самое. Тут из меня, наверное, матов вылилось больше, чем за все время, что я записываю всякое разное. Потому что, да, ух. Прошу прощения, но дети меня все равно смотреть не будут, так что я, да, доволен. Твою же мать. А, подожди. Только не говори мне, что ты хочешь сказать, что с ним можно было вот так вот справиться. Подожди, что, серьезно? Погодь, ты, в смысле, реально, да? То есть я мог не вот, вот это вот все, нет, они... Не бегать от него кругами, а просто встать аккуратненько сверху и бить его, и на этом все? А какого хрена? Ладно, хорошо, мое пространственное мышление сказало мне, чувак, я отключаюсь, давай ты сам. Screw you guys, I'm going home. Вот, видимо, что мне этот... Пространственное мышление сказала. Ух, блин. Но объективно говоря, персонаж реально цеплялся за все. Вот за любую, вот любую хрень, которая расположена где-нибудь. Вот за все. Ой, блин. Фух. Еще раз извиняюсь. О, мои нервы. Вот я поэтому и думал два полигона пройти, но я думал, что я их пройду и пойду, а оно оказывается вот ни хрена подобного. Ох, блин. Ну привет. И это только серебряный лутягин. То есть тут есть еще. То есть игре мало. Разработчикам показалось, что нет, братан. Еще. А, нет, ну тут, видимо, уже все. Видимо, здесь уже действительно пространственная головоломка будет. И на этом как бы... The end. Как же у меня жопа чуть не загорелась. Thank you.
Никого? Никто не видел? Я никто не видел, не переживай. У меня опять осталось всего парочка хилок, да? Не, ну вот, 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 вот сюда вот они, видимо, и должны тратиться, не так ли? Просто да, непонятно, куда бы они еще тратились. А тут все вполне себе лаконично и понятно. А, вот теперь ты хочешь от меня вот эту, да? Так, осталось только запрыгнуть. Слушай, ты запрыгнешь сюда или, или нет? Да, 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 да. Ух. Мне кажется, ребята тут просто кончились, как волк, смеющийся из-за угла. Может довести вас до инфаркта. Паштет это эргономичная рукоять. Не, ну давайте найдем где-нибудь такой сейф. Грибочек, который. И вот с грибочком мы как раз таки отправимся на отдых, потому что я тут чуть не кончился. Не только нечаевым, но и я. Зато мы увидели, кстати, между прочим, смерть. Как мне сажал кустик. А то, что я недоволен, я всегда недоволен, так что. Можете на это не обращать внимания, я уже на это не обращаю внимания. А вы тоже могли бы к этому, наверное, привыкнуть, если успели посмотреть балду. Да. Там я тоже много с чего негодовал, но чуть поменьше, чем мог бы на самом деле. Мог бы больше. Но, наверное, хорошо то, что я ее закончил, не допроходя. Но хрен с балдой. У нас Atomic Heart, я развлекаюсь, мне по кайфу. И хорошо. На самом деле, даже вот то, что персонаж упирается во все, хоть мне это и не нравится, ну... не могу сказать, что это прям какой-то... как... дикая жопная боль. Боль это вызывает, но это никак не сказывается на общем ощущении, общем отношении к игре. Она все еще классная. Без вариантов. То, что я криворукий и упираюсь в деньги предметы, это может быть, да, вполне. Но, в общем, в целом, как бы это такой незначительный нюанс. Все могло быть хуже. Знаете, вот я, допустим, у меня есть его... О, а я видел, кстати, эту точку, да. Да, а вот над свинками, да-да-да. У меня есть его... У меня не так много игр, которые я прям не проходил, потому что обычно я считаю, что игре надо давать шанс, скажем так. Но есть у меня всего одна игра, которой я шанс не смог дать в конечном итоге. Это был этот Некромунда. Вот Некромунда меня не пошла. Не знаю почему. А, не, ну как не знаю почему. Понимаете, эта игра хотела в свое время заявить свою эпичность в стиле Дума. Но только если Дума это весело, то Некромунда это какая-то... Нифига, что ты умеешь? То вот у Некромунды с этим все похуже. У Некромунды нету того драйва, но она пытается. При этом у Некромунда есть дебильная позиционка противников. Они по очень дурацки расположены. И по очень дурацки вызываются. Потом. Ну как спаунится, вернее, вот так вот будет правильно сказано. Как ты долго пилишься. Поэтому Некромунда это была одна из тех игр, которых я именно дропнул. То бишь... Я даже, ну, как, не попытался, потому что к черту вообще ее прикинул я. И, в принципе, знаете, честно, даже не жалею. Я хотел поиграть во что-то по Вархаммеру такое интересное, но сейчас мы делаем то, что интереснее. Мы играем в проктолога для вовчиков. А все, Вов. А,
Беляш, нет. А, тихо. О, боже мой. Ладно, ребята, я понимаю, что сейчас мы должны были сохраниться это, но я хочу попробовать дать лебеляшу. Если я умру героем, согласны? А ну иди сюда, жопа. Давай, ублюдок. Давай, скотина. Никаких камней, беляш. На тебе. Почувствуй силу советского полимера, ублюдочный. Вот так вот. А. Подожди, беляш, я думал, что это типа мини-босса, которого я случайно провоцировал, типа. А ты, оказывается, ну... А, тихо, тихо, штука. Все, вот так вот. Вот так вот, все. Все. Да, вы отдыхайте. Так, крафт. Выберите, чтобы потом не начинать действие. Игру с этого. А, я могу сделать... Я могу где-то креп... Я могу много чего. Ничего себе, подождите. И ракетница? Возможно, если была бы у меня ракетница, то у меня бы не было сейчас только заморочек. А можно посмотреть? Ну, да. А давай. Ай, спасибо тебе, спасибо. Комцу, папа. Хорошо. А, ты это, получается, навесом бьешь, да? Ты очень бьешь навесом, я понял. Это ж хорошо, моё ладно. Оружие. Давай склад откроем, потому что, наверное, мне многовато будет столько оружия. Хотя, я уже понял, что не, вот прошлый бой показал мне, что многовато оружия не бывает. В общем и целом, поэтому да. Мы так вот средние капсулы вот эти отдадим. Оставим один адреналин, потому что я все еще не знаю, что он делает. Да. Давай заправимся чуть-чуть крепышами. Так, калаш есть. Дробью. Дробью, обязательно дробью, потому что... Вот огненной кассетой, потому что у меня не было огненной кассеты. И смотрите, сколько геморроя сразу получилось, а? Наконец-таки патроны на ПМ мне могут пригодиться. Так, да, закинем это. А, ну патроны на ПМ так и оставим. Хотя они сейчас перезаряжаться, ладно, возьму минимум вот этот. Так, здесь тоже отсортировали, все отсортировали. Начинаем улучшение. Так, звездочка. Звездочка была хороша. На самом деле, ну я его, в принципе, практически звездочкой только и бил. А, не, я его больше степени дробовиком херачил. Ну, я могу тебе что-нибудь еще улучшить? Просто я даже не знаю, что я могу тебе. Уменьшение отдачи, да, как-то нет. Точность. Ну, там все и так нормально было. Магазин. Скорострельность, да, давай. С полигона один, да, получить мы все это, да, давай. Кассетник нам не нужен, ствол нужен. Не то чтобы у дробовика была низкая точность, если честно, но... Пускай будет так. А, коллиматор есть на тебя прям? Патрончиков не хватает? Ну ты подожди, сейчас все будет хватать. Так, разборка. Ох, ладно. Ничего страшного. Ради дробовика можно и патроны на ПМ разобрать. Это мелочь. Упрощает прицеливание. Да, давай, почему нет? Ставим коллиматор. А, ну и все. Ну, я согласен, в принципе. Хорошо. Рукоять смогу? Не смогу. Кассетник. Кассетник, может быть, смогу. Этот нет. Ладно, копим ресурсы. Так. Ну, если честно, коллиматор здесь, наверное, особо не нужен, но ладно, пускай будет. Так, все есть. Ракетница у меня на шестюню аж. Что ж, дамы и господа, сохранение данных. На сегодня мы будем заканчивать. Это было интересное родео. Прям очень. Прям сильно. Как и говорю, прошу прощения, если...
сильно очень сагрился, но да. Иногда, когда я переживаю или нервничаю, меня может понести. Вот. Но мне понравилось. И анимация смерти классная. Кустик тебя съел. Я думал, сейчас нас завалит беляш, и мы посмотрим на анимацию смерти, как беляш тебя прихлопывает. Но, да, не свершилось, не свершилось. Беляш оказался слабее, чем я думал. Но, как я и обещал, мы закончим с двумя полигонами. Так что, на сегодня все. А в следующей серии, думаю, да, мы пойдем на ВДНХ, а потом уже продолжим с другими полигонами. Вот, такие дела. Что ж, до скорых встреч. Желаю вам горячего настроения и удачи.